Давайте мы сыграем живьем. Презентация. Все ваши ожидания оправдались? А у меня не было ожиданий насчет этой презентации. Мне просто понравилось. Мне понравилось вообще, как ребята выступают. То есть вы сегодня пришли просто послушать хорошую музыку и отдохнуть? Да, да. Меня просто пригласили, вот сказали, что такая молодая группа. Я посмотрел в интернете, хорошие песни. Я думал, надо пойти посмотреть, как работает. Работает отлично, весело, задорно. Что вас зацепило в их творчестве? Зацепило? Ну, несколько песен интересных таких вот, на мой взгляд. Хотя, конечно, с поэзией я бы еще поработал. Но я думаю, у ребят все впереди, они же только начинают. Как вы считаете, у ребят есть будущее? Я им этого от всей души желаю. Спасибо большое. Спасибо большое, что так много сегодня знакомых лиц, это очень приятно. Спасибо Антону Юрьеву, который пришел, обещал, но пришел. Антон, подними руку, где ты? Или ты уже где-то там пьяный? Антон Юрьев, посмотрите, русский перец! Похлопаем Антону Юрьеву. Спасибо большое всем ребятам, спасибо большое Жене Мельковскому, который пришел. Женя Мельковский, выпей там за наш бокальчик. Группа «Нервы», ребята! Спасибо большое группе «Ума Турман». Вова, Сергей, спасибо огромное! Мы очень рады вас видеть, мы очень вас уважаем как музыкантов, это так круто, это так лестно. Спасибо вам огромное! Спасибо большое Лене Темниковой. Я большой был поклонник Лене Темниковой всегда. Лена, спасибо большое, ты прекрасна. Ты прекрасна. Ты прекрасна. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо нашей команде большой. Спасибо музыки.ру. Сергей Балдин, спасибо вам большое. Спасибо большое всем, кто пришел. Особенно спасибо еще большое нашим классным друзьям группе Jukebox Trio. Поаплодируйте, пожалуйста, Валера, Марьяна. Спасибо, пацаны, спасибо огромное. Скажите, каковы ваши эмоции? Зажгли вас композиции? Ну, очень позитивный концерт, очень весело, все складно, так здорово. Иногда хотелось пойти там потанцевать, вот, но мешал бокал. А вообще клево. Скажите, что вас зацепило в творчестве ребят? Может быть, запомнили какие-то слова? Да, я запомнил много слов, потому что слова такие очень простые, доступные каждому, все здорово. У ребят будет будущее, как вы считаете? Ну, все от них зависит. Я считаю, что у каждого в этом мире есть будущее. Просто ты либо идешь к нему, либо если остаешься в прошлом. Если все будет хорошо. Можно немножечко своих эмоций по поводу сегодняшнего концерта? А где же слова? Не, на самом деле эмоции край. Ну, я думаю, что вы сами все видели. Нам все очень понравилось. Мы очень нервничали, мы очень ждали гостей. Мы думали, кто придет, кто не придет. Пришли, блин, максимально все, которых мы ждали. Вот, это было очень здорово. Поэтому и всем это очень понравилось. И все с нами делятся. И музыканты, и наши поклонники, и обычные люди. И сверхъестественно могучие суперзвезды шоу-бизнеса, черт возьми. Поэтому все было очень круто, нам все понравилось. И это... Жаль, что мы не вышли на бис, хотели, блин, но, черт возьми, продинамили сами. А где берете энергию для концерта? Стервы! Женщины, женщины, женщины. Спасибо большое. Творческих успехов. Да, конечно. С вами была Цыганкова Екатерина, креативное издание Fashion Concert.
подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, наслаждайтесь, смотрите и слушайте свою любимую стерву. Спасибо. Пока.